Всем приятной жизни. Это шашлык, и мы продолжаем играть в Цивилизацию 2. Так. Фигачим мы тут лучников. Они, сволочи, сейчас будут разграблять наши эти. Я предлагаю в Афинах. У нас деньги есть. Давайте купим еще себе. Ну, лучники на колесницах я не могу купить. Куплю еще отряд лучников. И как бы нормально. Так, тут вам что, строите монумент или библиотеку, или рабочих, непонятно. А где вообще житель? Житель, ну, нормально, житель. Ладно, давай строй монумент, а там дальше мы посмотрим. Так, вы, наверное, вставайте в деф, вы пока ничего не делаете. Все, следующий ход. К сожалению, сейчас эти лучники поразграбляют наши вот эти вот все здания. Хотя нет. Отлично, пирамиды мы построили. Так, вы становитесь сюда, с этой стороны будете обороняться. Тут ребята обстреливают этот отряд. Нормально. Так, рабочие, выходите сюда, будете чинить. Еще одни рабочие... Не, а, это кто? Починить, да, вот. Еще одни рабочие, выходите сюда, будете строить каменоломню. Еще одни, ну, пока ничего не надо делать. Так, выбрать проект. Водяная мельница. Очень, кстати, неплохой, на мой взгляд, проект. Давайте попробуем его построить. Да блин! Какого хрена? Я забыл про... А вы их тоже можете... Так, ладно, мы освободим, ничего страшного. У нас тут нормально, нормально. У нас тут с двух сторон... Да что ж вы поменяете? Ой, господи. Ой, господи. Так, математика у нас готова, да? Давайте теперь пойдем, наверное, или вот это. Давайте мы вот это, наверное, все-таки. Построим. Или обработку бронзы. Ну, не знаю, не хочу строить обработку бронзы. Короче, сейчас будет лажа, ребята. Сейчас, наверное, у нас еще один отряд рабочих уйдет. В непонятном направлении. Ну, что поделать? Да нет. Ой, они их повели вообще неизвестно куда. Так мы не договаривались. Блин, да задолбали, а. Так, ты переходи сюда, сейчас будешь чинить. Ты давай уже добивай этот лагерь. Последнего добил, там все, можно будет забрать рабочего. Так, тут рабочий, иди сюда нафиг. Ты здесь чини. Так, все, ништяк. Следующий ход. Блин, это они их повели в тот, что ли, дальний нижний лагерь? Походу, да. Так, строй здесь рудник. Ты давай обстреливай по этим чувакам. Ты, наверное, сейчас перебеги сюда, пока мест. Ты бери этих рабочих. И, кстати, мы этих рабочих, мы их отправим вот сюда, чтобы они строили там всякие ништяки. Вон там на овечках выгоны, на лошадях. Потому что нам лошадяки уже нужны. Вот. Так, а, кстати, у нас там вверху был же отряд. Он тут как? Он тут отхилился, да, полностью уже? Так, ладно, вас я все равно буду отправлять за этими, а вы давайте к Афинам будете подмогой. Ты давай вон сюда иди, строй там, будешь строить что-нибудь. Слушайте, я не хочу нападать на этих чуваков. Так, тут ничего не делать, все, следующий ход.
Блин, разграбили мне тут всю экономику эти варвары грёбаные. Так, фигачьте по этим чувакам. Офигеть, их тут сколько. И тут их сколько. Так, ладно, чё нам стоять? Ага, тут, походу, тупик. Афины обстреливают дальше. Ну, что поделать. Выбрать проект. Так, можно... А почему я не могу висячие сады построить? Не знаю. А что там на них надо? А ну-ка, сейчас вернуться на карту. Там, видимо, какой-то был... А, да, традиция требуется. Ну, у нас традиции нет. Ну и пофигу, тогда строим каменную мастерскую. Ну, Артемиду и эту всякую... Хотя нет, отставить каменную мастерскую. Строим лучников. В Спарте давайте... О, давайте в Спарте построим караван. Так, ты пока кури. Все, следующий ход. Так, вон, наши лукари уже подбежали. Сейчас мы тут еще лукарей построим. Нормально. Нормально, нормально. А вы в ответ им стрельните, нет? Не стрельнули. Так, город Спарта вырос. Нормалек. Давай, добили. Все, ништяк. Так, теперь можно выводить рабочих тут все чинить, это дело. Вы давайте тут по этим обрабатывайте их конкретно. Так, нормально. Все, следующий ход. Там строится караван. Что, кстати, очень хорошо. Нормально, нормально. Мы тут... Давайте точности дадим. Так, в Афинах достроили сети. Окей, давайте теперь строить... Слушайте, я, наверное, за то, чтобы построить поселенца. Вот, так, ты тут ремонтируй улучшения. Вы, лучники, пока в деф встаньте. Ты здесь строй вот эту шнягу. Так, ну тут, короче, вообще жесть. Тут нифига нет. Придется воевать, как говорится. Ну, придется воевать, придется воевать. Будем воевать. Чё делать? Так, ты иди тоже сюда. Будешь строить этот. Ну, вы пока лучники. Давайте вы, наверное, где-нибудь станете... Ну, с той стороны у нас есть. В принципе, вы вот куда-нибудь сюда станете. Нормально. Следующий ход. Так, нормально, нормально. Все нормально. Сейчас все будет у нас. Ну или не будет, не знаю. Блин, ну что вы в ответ стрелять не можете? Жалко же. Хороших уже фигачить-то. Трип. Так, ладненько, давай. О, а кстати, я могу их апгрейдить уже в меткалуке же, да? Так, ну да, это ж я только что металлоконструкции эти изучил. Так что я могу это сделать. А сколько стоит апгрейд? 80. Ну, на двух у меня хватит. Ну, давайте мы этих апгрейдим. И вы тогда тоже на эту, на нашу землю. Так, тут у нас построено, да? Переходи сюда. Ремонтируй. Ты тоже ремонтируй. Так, я могу принять институт. А что принятие всех... А, великого человека дает... Так, ну давайте мы вот это возьмем пока, да? Золотой век, все, ништяк. Нам надо уже дороги тут прокладывать, всяко. Вот, ладно, выбрать исследование. Так, а исследование что? Ну, обработка бронзы нам по-любому нужна. Петра... Ой, инженерное дело нам надо. Это я акведуки, виадуки строить. А у меня соли же ведь две, да? То есть я ему одну соль могу принять. Ну,
Единственное, блин, может не на лошади, а может, допустим, на 20 голды за ход. О, отлично, 20 голды за ход, это он нам сейчас будет платить, если я там все правильно выставил. Я что, две поставил голды? Не 20, а 2 я поставил? Ну ладно. Хотя это адский тупизм, ребята. Ну, пофиг. Амбар. Так. Юнит ждет приказа. Вы отремонтировали, да? Так, давай теперь иди сюда. Тут фигачь дорогу. А ты иди, ну, соответственно, сюда будешь там фигачить дорогу. Так, метколудки, вы сейчас поведете поселенца, а ты переходи сюда, и я вас тоже загрейжу в метколудке. Все, то есть вы пока ничего не делаете. Следующий ход. Я вроде 20 же набрал, нет? Что за трэш вообще какой-то? Ой, ладно. Так. Трудоголики мира. О, я на первом месте. То есть у меня прям по производству все ништяк. Так, ты фигачь дорогу. А, ну все, он пошел прокладывать ее. То есть, в принципе, один нормально. Так, ну ты тогда пойди вот этот холм тоже обработай в этот. Ништяк. Так, выбрать проект. Что мы тут можем? Мы можем каменную мастерскую. Терракотовую армию я не хочу. Давайте каменную мастерскую. Да, каменную мастерскую нормально будет. Так, тут у нас угроза есть рабочим, поэтому я их отведу. Вот, у нас тут есть лучники, лучники, дуйте-ка туда, тут надо с этим дохлым лучником разобраться. Так, вы пока ничего не делаете. Все, следующий ход. Что у нас в этом... А, у нас тут Артемиду, ну, Артемиду я и не строил, потому что ее построили, мне как-то пофигу. Так, давай фигачить по этому лучнику. Все, отлично, лучника он отфигачил. Так, давай иди сюда. Так, вы отхилились, да? Нападайте на варваров дальше. Все, ништяк. Так, теперь мне важен поселенец. Поселенца я хочу... А куда я его хочу, кстати? А где там был этот чудо-юдо света? Подождите, я его где обнаруживал? Ну вот здесь, во всяком случае, сахара много. А, вот оно, да? Подождите, нет. Да. Вот, большое плато. То есть мне поселенца надо вести, соответственно, ну, куда-то вот туда. Ладно, это может быть, конечно, далековато, но ничего страшного. Короче, пойдемте. А вы следуете за поселенцами. Все. Так, ты здесь ставь... Да, рудник, нормальная тема. Рудник, нормальная тема, ставь рудник. А сколько у него тут населения в этом Дели? Тоже 7, как у меня, нормально. Так, поселенец. Ну, давай. Переходи сюда. Лучники тоже переходят сюда. Так, лукари тут у нас разобрались. Все нормально. Ну, в принципе, стойте, наверное, здесь. Так, ты, наверное, давай... Да, наверное, давай укрепляйся пока. Так, лукари, ну... Я не знаю, выйдите сюда, чтобы видеть, кто подходит. Ты тут продолжай строить этот выгон. Так, следующий ход. Ну, давайте декларацию пока заключим с ними дружбы. Я думаю, нормальная тема. Хуже точно не будет. Так, лучники, надо идти вниз, потому что там есть лагерь варваров, и надо пойти бы его и расхренячить. Так, поселенцы. Поселенцев мы ведем.
надо провести, и вот тут вот надо их где-то обосновать город. Можно даже, кстати, и вот здесь. И до этого он дорастет. Тут тогда надо все-таки нападать на этих, на варваров. Потому что их там очень много, они могут моих лучников запинать. Так, у нас готова каменная мастерская, отлично. Ну, арена, что она нам даст? Она нам ничего, в принципе, не даст. Стоунхендж. О, вот на самом деле, вот это вот то, что камень. Давайте Галиаканский мавзолей построим. В принципе, почему нет? Так. Ты давай иди сюда. Короче, я решил двумя лучниками, получается, пойти. Ага, вот дорога уже, я смотрю, пошла нормально. Нужен мрамор, а у меня разве нет мрамора? Да может и нет. Так. Ведем поселенца тайно. Так, что тут у нас обрабатывалось? Обработалась клетка, да? Теперь идите обрабатывайте лошадяков. Так, ну добивай этих чуваков. Все. Что тут на них смотреть? Соответственно, мы идем сюда таким фронт выдвигаем. Так, все, отлично. Все работает. Может, не совсем так, как я бы хотел, но работает. Блин, удачное у нас на самом деле место, я так понимаю. Упало. Упало удачное место. Так, значит, мне надо этих моих ставить в деф, а то они погибнут. Что у нас тут рабочие? А, это вот эти, да, закончили строительство. Ну, идите, я не знаю, вот там вот ферму стру... А, хотя можно вот этот лесочек вырубить. Да, давайте это, наверное, я и сделаю. А вот он лагерь, кстати, с моими рабочими же еще. Я, правда, так кончено, вот это к вопросу, не стоит ходить на две клетки, ребята. Ну, ладно. Если не видите, чего там, не стоит ходить на две клетки. Так, поселенцы пошли, лучники пошли. Не, ну мы, в принципе, ведем нормально. Так, ты дошел, да? Давай этот на лошадяках продукцию ставишь как раз ништяк. Все, следующий ход. Нормально, тут у нас эти укрепились, ничего. Ну, может и погибнут, но может и не погибнут. Стоим, во, ништяк. А вот то, что второй отряд подошел, это, конечно, плохо. Так, я предлагаю здесь обстреливать вот так. Ну а вы обстреливаете вот так, чтобы эти, если пойдут в атаку, меньше урона нанесли. Так, тут через реку мы перешли, да? Так, рубите, пожалуй, этот лес. Нормально, блин, а ты дорогу... А, ну, в принципе, правильно, он дорогу через этот повел. Нормально. Так, оно по прямой, да, тут. Нормально он повел дорогу. Так, давай-ка обстрел по вот этим. Ну, а вы по вот этим. А, это что у нас метка луки? То обычные луки, а метка луки круче. Так, поселенец, я тебя веду, я тебя веду. Так, я хочу основать город, наверное, вот в этой точке. Вот. Тоже на воде. Или вот в этой. Или вот тут на овечках. Даже не знаю. Ну, сейчас посмотрим. Тут надо, для начала надо расчистить. Расчистить, в общем, все, что можно расчистить, да? Так, кто посе... А, меткие луки, да, меткие луки. Так, ты срубил, да, эту штуку? Давай, наверное, переходи, короче, теперь сюда и потянешь дорогу. Ну, хотя, конечно, опасно,
Ничего страшного, ладно. Так, все, сейчас мы этих рабочих еще заберем, и вообще ничтяк будет. Ой, а что это у меня поселенцы тут так как-то стрёмно стоят? 100 Стоунхендж кто-то построил. Но мы строим не Стоунхендж, мы этот мавзолей строим. Вот, так что... Так, забираем рабочих. Забираем лагерь варваров. Все, рабочие, значит, у нас, наверное, побегут куда-нибудь аж туда. Своим ходом. Блин, а вот здесь на самом деле тоже бы город обосновать. Бизоны всякие. Неплохое место. Так, меткалуки, да? А, нет, поселенцы. Следующий ход. Так. Юнит ждет приказа. Ага, рабочий. Значит, проложи ко мне дорогу ты теперь, ну, вот сюда, на этот холм. Нормальная тема. А ты что тут стал делать-то? Тут и уже и так есть дорога. Зачем он ее ломает, что ли? Так, Галиаканский этот мавзолей мы построили. Так, поселенцы. Поселенцев двигаем аккуратненько. Так, тут построили эту штуку. Ну, теперь давайте. Тут с пищей проблемы, так что надо, наверное, пищу. Пищу этот. Так, Галиаканский построили. О, давайте акведук. Акведук, а тут что построили? Амбар. Ну, теперь стройте библиотеку. Как тут этих... А, на яблочке расставлен. Ну, нормально. Так, что нам надо теперь исследовать? Я хочу вот эту обработку бронзы, чтобы она у нас висяком не висела. И, наверное, надо мореходство, потому что у меня много городов возле моря. Ух ты, а где это я нашел? А, вот он, где еще город-государство есть. Прикольно. Реально прикольно. Блин. Так, ладно, я, наверное, на этом тогда этот выпуск и закончу. Большое вам спасибо за то, что посмотрели. Подписывайтесь на канал, получайте удовольствие от жизни. С вами был Шашлык.